Смотрите-ка, кто звонит. Еще кого-то убили. Вообще-то... Так что я жду сиквела ром-кома Ника. Это вообще не сиквел. Главный подозреваемый — невеста, сестра Зои. Грейс невиновна. У нас одно мертвое тело и целая куча народу. О, и как же зовут красавчика? Себастьян. Я хочу услышать ваши рассказы о том, что случилось. Я называю их ваши кинофильмы. Запах неприятности. Твердым было не только мое решение спасти Грейс. О боже. У каждого здесь был мотив. Я знаю много разных историй. Давайте-ка лучше ограничимся свадьбой. Я искатель. Понял. Эдгар — это крошка. А Грейс знает, что я... Что это? Умею чисто мести. Это метла. Вы явно ни разу в жизни не подметали. Это световой меч? С днем рождения! О, это день удочерения. Я не знаю, когда родилась. На вид аппетитно. Это арома Никс. О, бон аппетит. Вы жуете освежитель воздуха. Это мог быть любой. Мама передает привет. Она хотела выйти, но ей нужно молчать и пить. Поднимем бокалы за счастливую пару. Все это намного сложнее, чем вы можете представить. У всех нас свои секреты. Да! Что ж, я думаю, это очевидно. Он это не наш парень. Ты сказала, наш или не наш? Не. Что? Я знаю, кто убил Эдгара. Изабелл, это неудачная идея. Если белые богачи шепчутся, значит быть беде.